Наталья, как, впрочем, и все женщины, очень наблюдательна. От ее взора едва ли скроется маленькая деталь. Так, прогуливаясь во дворе дома, всегда заметит что-то неладное и обратит на это не только свое внимание, но и старшего по дому. Теперь же за происходящим во дворе дома номер 52 на улице Говорова следит встроенная видеокамера на вызовной панели каждого подъезда. Собственники квартир за установкой обслуживания оборудования платить не будут. Плата за коммунальные услуги не увеличится. Я думаю, жители нашего дома хотели бы поблагодарить за быструю установку камер ТРК Одинцова. Будем надеяться, что это принесет большую пользу жителям. Благодаря главе муниципалитета Андрею Иванову в Одинцовском городском округе активно реализуется губернаторская программа «Безопасный регион». Установку вызовных панелей со встроенной видеокамерой на подъездах многоквартирных домов проводит телерадиокомпания «Одинцова». Угол охвата камеры широкий, работает в режиме реального времени. Архивы записи видеонаблюдения хранятся порядка 30 дней. Кнопка на видеопанели – не домофон и не вызов консьержа. В округе сейчас более 5500 подъездов. И в течение 3 лет мы берем на себя как бы задачу установить все видеокамеры подъездного видеонаблюдения. Сейчас в этом году мы устанавливаем более 1900 подъездов этим оборудованием видеонаблюдения. И эта работа продолжится еще в течение последующих 2 лет. До конца августа ТРК «Одинцова» установит около 2000 вызовных панелей с видеофиксацией. Это лишь первый этап губернаторской программы «Безопасный регион». Всего их 3. И за этот срок будет установлено более 5000 камер. Установка видеопанелей позволит обеспечить безопасность граждан, проживающих в квартирных домах, а также обеспечит безопасность прилегающей территории и находящегося имущества граждан. Это как автомобили, так и, собственно, домовое имущество. А еще на территории округа уже работают более 4000 камер, установленных в рамках губернаторской программы «Безопасный регион», в котором ТРК участвует с 2016 года. Эффективность проекта подтверждает статистика. Видеофиксация увеличивает процент раскрытия преступлений по горячим следам почти вдвое. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».